Ребята, привет! Катя на связи. Пришла пора отчитаться за прошлую неделю. Моя семидневка 23-29 сентября. Что же у меня получилось и не получилось выполнить на той неделе? Начнем, как всегда, с фокуса. На той неделе фокус был следующий. Разобрать БЭ. Это моя база знаний, приложение специальное для Mac OS системы, где я храню все свои цитаты, заметки, планы. Дальше оформить новый Bullet Journal. Имеется в виду этот Bullet Journal. Я в самом начале оставила пару страничек, и я хотела их дорисовать, понять, какие трекеры хочу перенести из старого блокнота и выполнять 100-дневку. Как видите, все три пункта наконец-то получилось сделать. Если сравнить с прошлой неделей, где у меня было 2,5, то было только по половинке, то здесь наконец-то победа, все три пункта выполнены. Теперь давайте немножко в деталях. Разобрать БЭ. Как я его разобрала? На самом деле все очень просто. Я все текущие заметки перенесла в отдельную папочку «Чердак», озаглавив его таким, знаете, вот как настоящий чердак, где хранится куча всего непонятного, и куда ты периодически заглядываешься, пытаешься разобраться. И постепенно начала из этого чердака переносить вне чердак, уже раскладывая по папочкам. На текущий момент все, что находится вне чердака, уже причесано, почищено, там все аккуратно, все заметки вычищены, все дописано, что не хватает. И постепенно я там начинаю оформлять свои планы, концепцию, проекты, как я планирую, что да как. В чердаке остаются все старые заметки. И вот то, как сейчас есть, я считаю, что БЭ разобран, так как я наконец-то могу его использовать. Это был основной камень преткновения, так как там был полный бардак, и я не могла понять, ну как мне там расчистить хоть маленький пятачок, чтобы начать его использовать. Эту проблему я решила, внедря чердак. Все старое ушло в чердак, пятачок наконец-то расчистился, и теперь постепенно я из этого чердака вытаскиваю по одному два документа, вношу в чистую зону, либо удаляю. Идем дальше. Оформить новый буджи. Я вам не хочу показывать все странички нового буджи. Вот могу только немножко показать первую. Это слово года, которое я перенесла из старого блокнота. Почему не хочу показывать? Потому что вот на все эти развороты, все свои мысли, почему, что да как, я сняла отдельное видео. И как видите, Юпитер, сетап нового буджи уже снято. Половинка выполнена. Не успела только смонтировать. Монтаж будет в выходные, и видео выйдет на следующей неделе в середине, либо ближе к выходным. И последний, третий пункт. Выполнять 100-дневку. Давайте смотреть, что у меня получилось. Где моя 100-дневка? Вот она. Как видите, я добралась до циферки 6 в воскресенье на прошлой неделе. Это значит, что 6 дней подряд я выполняла по крайней мере привычки. Менторы финансы и маркетинг идут лучше всего. Тут вообще как отличница, дисциплинированная ученица все выполняю. Чуть хуже обстоят дела с основными пунктами. Это YouTube-канал, текстовый блок и антихлам. Хуже всех я бы сказала, что антихлам. Пока мне не удается убираться по чуть-чуть каждый день, я использую всякие различные трюки, но циферка дальше 2 не убегает. Подробнее не хочу на этом останавливаться в семидневке, так как будет отдельное видео. Я запланировала каждые 10 дней снимать вам мини-отчет по тому, как происходит 100-дневка, так что скоро, скорее всего, вот в эти выходные либо понедельник, вторник, выйдет как раз отчет, где поделюсь своими инсайтами. Самое главное, почему 100-дневка выполнилась, потому что добежала до 6, привычки есть, проекты чуть хуже, но мне нравится, как она движется, как идет, она не застопировалась и не оборвалась. Идем дальше по основным секциям. Что тут классного еще есть? Юпитер. Снято 4,5 видео, снято и смонтировано 4,5 видео. Сетап нового буджи, как я уже сказала, остался только монтаж. Остальные видео не успела ни снять, ни сценарий написать. Как такой инсайт, я все-таки поняла, что 7-дневку за текущую неделю нет смысла планировать на текущую неделю. Даже если я наконец-то начну ее снимать и монтировать в воскресенье, пока я ее снимаю и монтирую, я вам не могу показать еще разворот семидневки, потому что по факту неделя еще не закончилась. Поэтому, начиная со следующей недели, с октября, я решила, что семидневку я не буду включать на ту неделю, на которой она происходит. Всегда отчет будет запланирован на следующей неделе. Если мне будет удаваться снимать раньше, монтировать, классно, но это будет засчитываться все равно как плюшка на следующую неделю. Книги миф. Здесь я ввела новое обозначение. Во-первых, я дочитала по финансам книга «Наука денег» Брайана Трэнси. Мне безумно понравилось. Скорее всего, не будет отдельного видео, посвященного этой книге, но обязательно расскажу основные пункты и инсайты в отчете за первые 10 дней 100 дней. Что же касается этих точек, это мое новое обозначение. Эту книгу я читала, но не закончила. Но, по крайней мере, я ее читала. Мне захотелось разделять те книги, которые я даже не открывала, от тех книг, по которым была все-таки проделана работа, но я не успела ее завершить. И вот с таким обозначением я точно понимаю, что «Здоровый сон» я даже не открывала, а остальные три книги по чуть-чуть, но они продвинулись. Задачи. Из задач выполнены только уборка в комнате и план на октябрь. Честно признаюсь, планы на октябрь устаканивались 30 сентября еще
1 октября, за все остальные так и не принялась. Курс на фото-видео, к сожалению, не нашла, но, забегая вперед, вы мне посоветовали в комментариях обратить внимание на питерскую школу фотографий, я себе уже внесла в заметки, и в эти субботу-воскресенье уже выделила час времени, где посвящу изучению их сайта и посмотрю, подходят они мне или нет. Алгоритмы, как я уже вам рассказывала в отчете на привычку, до них руки так и не дошли, все время тратилось на стодневку. Стодневки, кстати, я сейчас еще пару слов скажу, но чуть позже. И чтобы завершить отчет за семидневку, лабиринты не открывала, подкасты все закончила, наконец-то все прослушала, цель закрыта, и сейчас я вам покажу сам разворот на подкасты, он полностью весь закрашен. Первая годовая, можно сказать, цель выполнена. Я себе в январе поставила цель прослушать все подкасты здесь сейчас, всего их 43 выпуска, и наконец-то все прослушано, все задокументировано, везде чек-листы составлены. И если вы уже смотрели видео, посвященное разворотам на привычки на октябрь месяца, то там название подкаста «Здесь сейчас» очень часто звучало, все потому что благодаря вот этим чек-листам я очень много новых привычек оттуда вытащила, и теперь экспериментирую, смотрю, что останется, что нет, мне интересно посмотреть, потому что сама идея мне понравилась, пока я слушала подкаст, я вынесла это в чек-лист, с 1 октября начала внедрять, а дальше в конце октября посмотрю, как эта идея на практике, она все-таки приживется у меня или нет, или все-таки вот это мое впечатление и интерес останется на уровне эндорфинов, полученных во время прослушивания. Теперь же, что касается пары слов о стодневке, которые я хотела вам сказать, я тут пока планировала снимать это видео, думала, что я вам расскажу, я поняла, что вот эти развороты семидневки со стартом стодневки перестали отражать реальную ту работу, которая была сделана. Поскольку я сейчас очень много времени трачу на стодневку, даже если по каждому пункту 20-30 минут, то это в среднем выходит 2 часа в день, и эти 2 часа в день и суммарно 12-14 часов за неделю никак не отражены в этих задачах. И если я концентрируюсь полностью на стодневке, то получается, я не выполняю недельные планы. И вроде кажется, что я не работала, а здесь переверну, вроде как работала. Поэтому, начиная с 1 октября, я решила, что добавлю обязательно секцию стодневка, куда буду по пунктам приблизительные свои планы на неделю записывать те шаги, которые я хочу за следующие 7 дней выполнить и отмечать. Таким образом, я буду видеть прогресс, куда же все-таки убегает время. Сейчас мне немножко обидно, что разворот полупустой, работа сделана, чувство вроде как есть, что классно, хорошо потрудилась, но никак это на уровне семидневки не отражено. И на этом, наверное, все, потому что эта семидневка закончилась 29 сентября, в сентябре 30 дней, а это значит, что если сейчас я вам открою развороты на месяц, то мне нечего будет снимать на ревью итогов сентября. Поэтому все развороты, как они заполнены, давайте оставим на ревью сентября, она скоро выйдет. А на засим на сегодня я с вами прощаюсь, убежала, как всегда, спасать мир. Не скучайте, пока-пока. Girlfriend, you gotta get it right. Girlfriend, you gotta